Друзья, добрый день. Поговорим немного о главном. Сегодня мы читаем опять СМИ заголовки, как Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, которую у нас называют холопами, рабами, муж ее иностранный агент Максим Галкин, который дискредитирует специальную военную операцию наших ребят, нашего лидера Владимира Владимировича Путина. И вот Орбакайте вчера получила две номинации в статуэтке. Ее наградили. Она практически за эти дни выступила на всех площадках. Про нее пишут все информационные агентства. Я хочу обратиться к организаторам. Кого вы приглашаете в страну, друзья? Вот кого? Скажите мне, пожалуйста. Артистка, которая практически к стране никакого отношения не имеет, но за исключением того, что я уже об этом говорил, то, что она здесь родилась. Она последние 15-20 лет живет в Америке. Муж гражданин Америки. Дети находятся в Америке. Не поддерживает вообще никак специальную военную операцию. Не участвует в жизни, так сказать, нашей страны, по сути. Ну, какую она пользу несет для нашей страны? Ну, кроме кого, кроме как она только песни поет, не больше, и собирает деньги с корпоративов. Вот вся эта польза. Сегодня она зарабатывает деньги, я имею в виду, на новогодние праздники. А после праздников мы ее больше не увидим. Будем видеть только ее в Инстаграме, в Телеграме, как она хорошо отдыхает на широкую ногу. А наши же деньги с вами только в Америке, но не здесь. Вот кто организовал данное мероприятие, я не понимаю, вы своей головой соображаете, кого вы приглашаете в страну? Дальше есть такой товарищ Рева. Это гражданин с украинским паспортом, который имеет отношение к Зеленскому, друг его. До этого он дискредитировал специальную военную операцию, потом одновременно как-то перебился в воздухе. И сегодня он то же самое получает какую-то премию, вы его награждаете. Вы что там творите-то, не пойму? У нас что, никого наградить, не пойму, или что? У нас нету артистов, которые не власти зоны СО, которые ездят, помогают нашим ребятам. У нас нету патриотов, вы хотите сказать, не пойму, или что? У нас, по-моему, много очень уважаемых артистов, которые оттуда не вылазят, помогают, какую-то свою позицию высказывают по этому поводу. Ну смешно, честно, цирк, честно. Вот вы, что вы творите, я честно не понимаю. По-моему, это плевок в наше общество. В наше гражданское общество. Люди вас не поймут, и они вас не понимают. Уважаемые подписчики, хочу, чтобы вы это видео распространили. Напишите комментарии, пожалуйста. И у меня есть телеграм-канал, я это видео загружу туда, ссылка здесь будет внизу. Подписывайтесь, потому что я не все здесь могу выложить в ютубе, а там я выкладываю все. Спасибо большое.